Ребята, еще раз всем добрый день, добрый вечер уже скорее. Меня отпустили домой. Кому интересно, расскажу, что произошло. Что-то ночью мне под утро стало хреновато. Какое-то непонятное жжение в солнечном сплетении. Ну, как в груди, что ли, в солнечном сплетении, да. Таблетки какие-то съел, там что-то какой-то валидол, какую-то херню, там как-то прило давление. Ни хера не помогает, думаю, ну все, короче, смерть пришла. До утра дожил. Чуть-чуть вроде стало лучше, даже какие-то там дела поделал. К обеду мне что-то опять начинает, в жар бросает, в пот бросает, жжет в груди, короче, блядь, думаю, ну все, хана, не вывожу ни хера. Вызвал скорую, они, короче, делают кардиограмму, короче, что-то говорит, милок, мы не поймем, что там у тебя, короче, давай собирайся с нами. Я думаю, ну пиздец, все, Саныч, приехали, ой, РСПшки возрадуются, ребята, да, я даже с юмором об этом рассказываю, вот так и надо. Болеть не надо, вот это самое главное. Короче, забрали меня туда, в какую-то клинику привезли, даже не знаю, страховки, конечно же, у меня нету. Сразу же, короче, мне сделали кардиограмму, сделали биохимию крови, какую-то капельницу поставили, этот укол какой-то сделали, потом повели на рентген грудной клетки. Вот, короче, в итоге сердце в порядке, легкие в порядке, сказали, скорее всего, у тебя что-то с желудком. Вот, потому что, как бы, ну, спрашивают, там, что-то острое, не острое ел. В принципе, до этого, короче, не ел ничего такого острого, как-то, ну, меня то в жар, то в пот бросает, то и какая-то слабость непонятна, то жжение такое в солнечном сплетении, не знаю, что. Здесь дикая влажность, ребята, в Батуми, дикая, просто дичайшая. Может быть, из-за этого как-то хрен его знает. Но по итогу отдал ему, короче, уже 120 долларов, ну, по курсу лари, 300 лари. Вот. Завтра мне сказали, обязательно иди на прием гастроэнтерологу, глотай. Короче, Саныча завтра будут, ребята, орально насиловать. Буду глотать эту шлангу. Вот, там еще что-то какие-то анализы по-любому буду делать. Ребята, поэтому оставлю в закрепленном комментарии реквизиты. Если у кого-то есть желание, возможно, Санычу подмочь. Вот, потому что вот сегодня 120 баксов уже отдал. Что будет завтра еще, я не знаю. Что там вообще будет, хрен его знает. Но, по крайней мере, немножко меня успокоили. Там, короче, не сердце такого, ничего там серьезного нету. Вот, но в любом случае бабки платить надо. Поэтому, ребята, не болейте. Здоровья вам. Вот, по поводу стримов не знаю, как оно будет по самочувствию. Вот, по поводу роликов, сегодня вечером, если нормально себя буду чувствовать, конечно, запишу. Вот, вот такие дела, ребята. Все, всем спасибо, ребята. Не болейте, самое главное.